вдумайтесь на скляровский этот самый артефакт, который он напоминал своих. Вообще, что это такое? И вообще, что это такое? То есть видна опять циркулярная пила, вернее, сверло. Вот. Да и в этой фигурке вот есть целый набор очень аккуратных пропилов или просверлений. Вот интересная маска. И вот Лариса правильно обратила внимание, что рот ее на самом деле сделан вот этими вот кольцевыми сверлами. Но вот кольцевые сверла, это хорошо видно, по крайней мере, глазом. Да и не только рот, но и глаза тоже. Это кольцевое сверло. Хорошо видно. Вот еще отличный образец. Кстати, очень похоже на лицо фараона. Добавь бородку характерную и головной убор. Ну вот тоже тонко обработанный рот и губы. Еще одна тут хорошо надырявлена. Опять сверло, да, сверло. Ну это просто красивая резьба по алебастру.